Три человека пострадали в аварии на улице Профсоюзов. ЧП произошло в субботу утром на перекрестке с Островского. По предварительной информации, 47-летний водитель Honda отвлекся от управления и влетел в остановившийся на запрещающий сигнал светофора Mitsubishi. Наибольшие повреждения получил именно Lancer. Три человека, которые находились в салоне, травмированы. В их числе 2-летний мальчик, у которого медики подозревали перелом ноги. Водителя и пассажиров доставили в больницу. В отношении предполагаемого виновника ДТП составили протокол. За управление машиной лицом, не имеющим прав, ведется следствие.